Ребята, я позавтракала, съела тост, как вы видели, с авокадо, со шпинатом, с веганским сыром и с луковым чатни. И я направляюсь в джим. Но сначала у меня есть два дела. Первое дело, сейчас машина, это кофе, это очень важное дело. Второе дело, я хочу зайти в H&M и сдать им свою старую одежду. У меня лежит дома пакет со старой одеждой, которую я уже давно собираюсь отдать. И я слышала то, что в H&M, если ты сдаешь старую одежду, то тебе дают якобы какие-то купончики, либо что-то такое. Проверить, правда ли это или нет. И как это вообще работает. Мы пришли есть асаи пост-воркаут. Итак, народ, время ужинать. Погнали готовить ужин. У меня есть идея, что я хочу делать на ужин. И это будет омлет. Я купила яйца. Я купила еще грибы. В общем, будет у нас с грибами, с зеленью, со шпинатом. Потом еще у меня есть хумус. Шиитаки. Нарезаю. Начинаю разогревать сковородку. Сначала поджарю грибочки. Потом добавлю шпинат. И яйца. Залила яйца сюда. Под крышку. Буквально на минуту, на две. Готово. Дополняем немножко авокадо, половинка авокадо. Так. Потом мои любимые артишоки. И, конечно же, хумус. Нашла крекер. Хумус намажу на крекер. Там-та-дам-та-дам. И все, будет у меня вкусно. Грибочки, шпинатик, авокадо, артишоки, хумус, крекер. Ням-ням. Ну, конечно, я забыла очень важный ингредиент для омлета. Дрожжи деактивированные.
теперь можно есть. Этот омлет меня вот так насытил. Я даже вам больше скажу, я немножко не доела, но я думаю, что я пока оставлю, если вдруг еще проголодаюсь, что очень вероятно, через полчаса, через час и доем. Вот. Скорее всего, через еще пару часов я захочу чего-нибудь сладенького, и я, наверное, выпью свой горячий шоколад, потому что в последнее время, последнюю вот, может быть, неделю, это прям моя такая традиция вечером выпивать чашечку горячего шоколада. Я на этом закончу влог, потому что сейчас хочу его смонтировать. И с вами я увижусь очень скоро. Спасибо вам, что были со мной. Спасибо, что смотрели это видео. Ставьте лайк, комментируйте, подписывайтесь.